Больше 36 тысяч кубометров снега вывезли за ночь из столицы. Из-за обильного выпадения осадков коммунальные службы города работают в усиленном режиме. В снегоуборочных работах задействованы больше 2000 рабочих и свыше 1000 единиц спецтехники. В первую очередь очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. К слову, с начала зимы коммунальщики вывезли из столицы почти 1 000 000 кубометров снега.